И поэтому получается, что средняя, там возникает постоянная составляющая небольшая, которая, не, ну, она, кстати, не работает. Она в генерации не участвует, но грузит генератор. Тут она как бы это, ну, вредная хрень. Ну, тоже здесь понятно, что... Вот здесь, блин, очень важна топология, потому что если выноса поля нет, или неправильно подобрана длина, все будет печально. Плюс, вот стальные сердечники выгодно делать длинными. Сразу эффект. Сразу. То есть, короткие это только одни потери. Вот это... Давай маленький сейчас загрубим. Серег, выйди.